От домашних тапочек и пинеток до кроссовок и свадебных туфель. В магазине «Кенгуру» порядка 1000 моделей обуви. Изделия на стеллажах прямиком с гродненского Немана, барановического Блика. Есть предложения от минского Чевляра и Шаговиты. Все по демократичным ценам. Белорусская обувь – это кожа, это долго. Это гарантированно. Мы стараемся представить как молодежную, детскую, так и женскую, мужскую обувь. Пополнение ассортимента в среднем раз в неделю. Бывает такое, что и раза два в неделю, потому что работаем с многими фабриками. И у каждой фабрики практически раз в неделю, раз в две недели через нас идет машина. Поэтому мы планируем так, чтобы каждый их проезд, они приезжали к нам в гости. В преддверии нового учебного года «Кенгуру» объединился с соседствующей «Галантеей». Вплоть до 31 августа в магазинах действует акция «В школу вместе с нами». При покупке двух товаров на второй в чеке действует скидка в 50%. Можно приобрести изделия по фулл прайсу и получить третье в подарок. Неважно, где вы совершаете покупку, акция едина для двух магазинов. Например, в «Галантее» можно взять рюкзак. Тогда пара обуви в «Кенгуру» обойдется в полцены. И наоборот. Единственное условие – хотя бы один товар должен быть с красным ценником. В акции участвуют свыше 200 моделей обуви «Кенгуру» и столько же аксессуаров от «Галантеи». Скидки действуют и на единичные покупки. Стеллажи пестрят товарами с желтыми ценниками. Улучшился ассортимент. Не знаю, с чем это связано. Ну, раньше как-то более, ну, другие предпочтения было. Сейчас именно я сюда приезжаю. Ценовой диапазон тоже, конечно, играет роль, и качество, само собой. В «Кенгуру» можно расплатиться картами рассрочки «Халва», «Магнит» и «Карта покупок». Магазин также предлагает разбить оплату на 3 месяца. Весь ассортимент представлен в онлайн-каталоге kenguru.by. Новые пары обуви ждут владельцев и на углу Ульяновской и Орджоникидзе. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.